Рекпалата приняла отчет Краскома по инвестпроекту. В 2017-м компания направила на инвестиции в 5 раз больше денег, чем годом ранее – 634 миллиона. Впервые за 12 лет размер вложений превысил 500 000 000 рублей. Об этом заявил гендиректор Краскома Олег Гончаров. Большую часть средств потратили на строительство сетей водоснабжения, а также теплоснабжения в районе Ветлужанки и новые насосные станции в Тихих Зорях. По словам Гончарова, коммунальщики начали менять сложившиеся ранее неэффективные методы работы. Как руководство в целом, так и рабочих на местах. Сейчас у нас август месяц, а мы планируем следующий год, уже составляем перечень мероприятий. Так что наша задача не снизить взятые на себя показатели по итогу 2018 года. И так с увеличением плавно вкладывая все больше и больше средств в объекты и инфраструктуры, которые и так находятся в не очень хорошем состоянии.